твоя толстая жопка наконец-то со мной снова. Ладно. Надо добить здесь все. Сорян бы, кстати, за резкое прерывание прошлой части, но у нас возникли некоторые трудности боевые. Вот. Надеюсь, мы их, в принципе, исправили. Что он, что я. И теперь все должно быть хорошо. Если, кстати, предыдущие две части лагают, то сорян бы за это заранее. Грозовые тоннели. Мне уже это не нравится. И там, походу, будет Босяо. Еще один. Какой еще уже? Один Босяо. Какой уже по счету Босяо? О, и это еще, смотри, она на арене. Круглый. Можно вниз упасть. О, круглый. О, кстати, кто это? Пойдем? Да? Уже? Вижу врага. Monkey King. Все электрические. Ну, меня, в принципе, это не особо парит. Темный отец. Я ему сейчас по-отечески попробую засветить. О, засветил. Прям реально жестко, у него в голове жесткий крит. Я знаю, если мне еще выпадали 70%, выпадают. О, как прикольно! Выпадай. Я выпал. Что с тобой? Я вижу. Выпадай. Подожди. Просто назад. Вот я так же выпал. Гений! Тотем ломать надо, если что. Там тотем он порой ставит. Их прям ломать? Ну, они прям ломаются. Ну, их, в смысле, прям надо ломать. Не, просто это его, ну, вроде, я тотем. Я не знаю. Его тотем, да, но... Я так думаю, если это его тотем, значит, он плохо нам делает. Ну, мне кажется, у него просто есть некий радиус, и мне кажется, что он просто призывает мобов. Потому что он поставил тотем, пошли мобы. Ну, а нам они нужны? Я думаю, такая логика. А нам они нужны? А, нам не знаю, а... я бы очень промахнулся. Ой, еще стой, раз. Ой, я в тебя, я не выпадаю. Да? Так что ты делаешь? Оба тотем. Нет тотема. Есть тотем. Нет тотема. До хрена он их напризывал. У меня проблема, отстань. А, у меня тоже. Нам пока на меня смотрим. Ну, он, да. Выпал. Ура! Он может и да, а они на меня. Ты слышишь, что ты моего друга-то ни хренач. Еще-то там. На. Завтра пятница. Минус тотем. Я понимаю, где у него этот. Кто? Крит. В голове. Тотем, уничтожь, пожалуйста. Я пытаюсь, но он почему-то пропадает после урона. Я, наверное, похилюсь все-таки. Да зачем? Хочется, знаешь ли. О, 1800 урон, неплохо. О, камушек. О, камушек. Так, давай я попробую босса убить. По-моему, это другой тотем. Ой, камушек. Ой, камушек. Да, это другой тотем. Его точно надо ломать. Ломай тотем. Уворачивайся, уворачивайся. А, не надо, он меня бьет.
Мне кажется, надо бежать, да? Он бегает. Ни хрена у меня криты выскакивают, просто дичайшие. Я его, по-моему, разослил немножко. Возможно. Надо перезарядиться! Та-дам. Так, я боссом занимаюсь, ты тотем ломай. Какой тотем? Ну, который он поставил. Погоди. Нахрен пошли. У меня патронов нет. Я его добил. С первого раза, по сути, если не считать тот фейл. А, да. Мистический удар. Тотемный рок мы получили. Ценный ресурс, добытый после убийства тотемного отца, наделенные духом дальнего боя, используются для создания мощного оружия. Джунгли говорят с теми, кто готов слушать, они ведут тех, кто позволит себя вести, а всех прочих оставляют на произвол судьбы. Так, на трон к нему не пройти. Да. Я вот как раз пытался, видимо, в прошлый раз. Ладно, пойдем нам туда. Обратно. Нет, не туда, туда. Нет, ты видишь вход? Да. А, у меня на карте что-то не особо отображается. Вот сюда. Туплю, туплю. Там прям выход написано. Большими... Я думал, он показывает обратно. Большими белыми буквами огромными написано выход. Отстань. Отстань. Ты уничтожаешь снайперской винтовкой, серьезно? Ты мне попал в ногу. Ты мне попал не в ногу. Я истекаю кровью. С чего бы это вдруг, да? Видимо, пятку поранил, наступил на заусенец. Ой, это заусенец, говорю. На этот. Как он? Так. Нам бы теперь... Тюрьма основателя. Ну, видимо, хотел, да. Сказать, нам быть перерывчик. Перерывчик? Да. Надолго? Нет, минут на... до максимум 10. Ну... Тебе прям вот, прям сейчас? Прям сейчас. Окей, ну давай тогда останемся на вот этой лестнице и продолжим с нее. И ты готовая. Я не готовая, потому что у меня еще не запустилось, а ты уже побежала. Ах я ты. Я ждал, я готовая. Не готовая. Ну взял главное такой. Чё, нас дойди-ка. На нас дойди-ка. Поговорить с основателем Фордом. А, мы в тюрьму пришли. Читак. Чтоб меня. Не думал, что снова увижу человека. Как тебе удалось пробраться в этот мир? Хм. Значит, блок 13 в большой беде. Иначе бы Эллен не активировала эту штуку. Но зачем тебе я? Ржавое место. Это блок 17. Но зачем тебе это? Черт. Костелап источник. Путь открыл спящий Харсгаарда. Труд всей моей жизни. Предупреждаю, это опасный путь. Но ты можешь. Ты можешь сделать то, чего не смог я? Чем могу помочь? Харсгард. Безумец напрямую подключил спящего к корню. С этого все и началось.
Никогда его не видел. Откуда? Корень шел отовсюду. Но если костелаб — центр, вот что. Я знаю, как попасть внутрь. В блоке 13 есть зеркало. Не в главных залах. Оно закрыто на нижних этажах. Оно действует как путь в другие блоки. Вот. Эта карта разблокирует компьютер, подключенный к зеркалу. Да, конечно. Помнишь мой кабинет? На верстаке лежит ключ-карта. Да, с ней ты сможешь попасть в блок 13. Спустись на нижний этаж базы и найди закрытую дверь. Конечно, только не теряй времени. Корень не станет ждать. Черт его знает. Корень был здесь с самого начала. Если им повелевает дракон или кто-то еще, подготовься как следует. Не жди быстрой победы. Взгляни на меня. Разве я еще способен на это? Я хочу сражаться. Но годы уже не те. Вся надежда на тебя. Ответ был у меня прямо под носом. Как жаль, что я перестал его искать. Но даже достигнутое дорого мне стоило. Я отказался от всего. Всех, кого любил. С меня хватит. Нет, я не говорю, что не стоит пытаться. Особенно, когда уже нечего терять. Но сделай себе одолжение. Помни о том, через что пришлось пройти, чтобы добраться сюда. Корневая мать. Ты про нее? Стоп. Эвелин? Откуда ты знаешь ее имя? Неужели... Будь я проклят. Я думал, она пропала. Впрочем, так оно и есть. Корень убил ту Эвелин. Но если она на свободе, я так хочу вернуться. Представляешь их лица? Что подумают люди? Что подумает Эллен? Спасибо тебе. Мне есть над чем поразмыслить. Удачи тебе. Пригодится. Прикольно. О, он нам дал наконец-то карту основателя. Yep. Хочешь узнать? Удачи. Ну да, больше у него ничего нету. Ну, я надеюсь, он отсюда выберется. Так, а остальные двери закрыты, да? Ну, одна закрыта. Одна закрыта, второй просто нет, а оставшиеся три недоступны. Я-то думал... Предлагаю пойти исследовать оставшуюся локацию. Ну, ты имеешь в виду подземелье? Я имею в виду то, что мы до этого не исследовали в этом мире. А мы там что-то не исследовали? Да. К торговцу можно отправлять. И от него куда-то... того этого? Да. Да. Там один... одно ответвление должно быть. Как мы так пропустили там? Ну а ладно. Мы просто дальше пошли. Возможно, даже два ответвления где-то есть, потому что я еще помню закрытую дверь. Угу. В руинах. Ну ладно. Не, мы в любом случае перед финалом... Ну, я, кстати, не ожидал, что это так быстро получается финал, что ли. Мы, получается, уже почти дошли до конца. Да, получается. Всего займет серии 20 где-то, может, то около того. Так, вот если нажать на карту... А, вон она какая большая-то. Ну, нам тогда вот по прямой. Ну, как мы так пропустили-то? Прошли просто мимо, тоже проходов несколько. Ну, да, наверное. Чё-то шли-шли-шли и прошли. А, кто-то не попал. 200! 2700. Хороший урон. Очко. Кристалл.
Очка не было, кристалл есть. Катализатор. А, это как раз то, куда ты меня приглашал. Приглашал. Ну ты мне такой, иди сюда, здесь маленькая хрень. Я такой, а здесь большая. Да, точно. Жук. У него подгорает. Я не могу по нему выбросить, слишком извилистый. Очко. Ауч. У меня два очка, оказывается, было. Катализатор. Хорошо. Ну и с утра тогда, если только. Не зеваем, враги могут быть рядом. Так, не, ну мы в любом случае будем все изучать, вот нам прямо вот сюда вот нужно. Давай начнем с этого места. Иду. Ну, козел, кстати, был легким, вообще легким. Да, согласен. Там была проблема вся, вот если бы я просто вниз не упал, было бы все намного проще. Если бы мы бы его с первого раза валили. Ну, в принципе, уже всех боссов плюс-минус с первого раза валим. Да. Обычно только, чем бы только на бабочках тогда остановились. Да. Но они прям... Ну, вот они, кстати, мне понравились. У них интересный такой геймплей. Необычный. Мне больше нравится, что 2 на 2. В нашем случае. Честный. Честный бой. О, какая-то прикольная лока. Как будто дома этих. Обезьян? Ты куда? Ты куда? А ты куда? Ну, я в окно не вылоблюсь. Я сижу у контрольной точки. А зачем? А тебе патроны не нужны? Ну, у меня вроде все полные были. А мне на винтовочку не хватает. Ну и ладно. Блин, прикольно. На самом деле прикольно. Только давай разбивать всякую хрень. Разбиваю. Там лома до хрена. Будем все крушить. Ломать. Круши, ломай. С собой домой забирай. Вот цинкованное железо. Ой, я что-то нашел книжку, походу. Ага. Я, по-моему, нашел неприятности. С чего ты взял? Не знаю, я слышал, что-то кряхтело. Это я, видимо. Тебе к доктору тогда. Уже поздно. Это не так работает. Это немножечко напрягает локация. А, вон она. А, все, не напрягает. Такая, что-то она пустая, да? Да, что-то она пустая. Такой первый монстр появился, а, не, все нормально. О, ты откуда? Акробат. Кто там нашел? Знаешь, вот тот момент, когда как бы ты кого-то нашел, я за тобой бегу, и я никого не вижу, и такой типа, стоп, в чем? Что там не так, что там крутого? Ты меня сейчас толкнул. Неплохо. Я себе адреналин забрал. Опа, и оба упали. О, я понял, что за оба, блин. Что у него пушка? Это дробовик. С колями. Это не дробовик. Ты какой-то гарпуномет. Ну, у меня тоже есть чему нечто похожее. Как тебе? Его пушка. Дай. Бери. Спасибо. Я все равно полный. Не, мне нормально, мне понравился, но я ему тоже так нехило зарядил. Как тебе, урод? Какая ты злая вообще? А сама-то? Я добрая. Я твой злой альтер-эго тогда. Да, то-то мы одинаковые, да? Я, короче, бегаю, бабло собираю, а ты там воюешь. Все нормально, разделяй власти. Я злой альтер-эго. Да. Я должен убивать...
и промахиваться. А что ты делаешь больше? Убивать. Или промахиваться. Дети у меня криты иногда вылетают. Привет, как твои дела? Не надо топорики, пожалуйста. Я просто слышу. Пока он очнулся, я его добил. Ты еще и на злой. Ну, ты. Сидит, лежачих бьет. Ну, он упал просто сверху, а я его как бы и того. Сам виноват. Я же на меня не просил нападать. Я что-то слышу. А, я он что-то большой. Вижу. What is it? What is it? Ой. Топорики-то у них жесткие. Ой, это бомбомет! 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 Пока. Тут три кидающих в меня ножички. У меня больше что-то дядька напрягает. Меня очень напрягает. Я просто видел, что что-то прыгнуло в ту сторону. Я его не вижу, но у меня уже половина хп. И тут сверху трое. О, тебе дядька пришел. Че ты жив-то? Блин, реально жив. Да отвали! Со стороны это смешно выглядит. Держись, слышишь? У меня, наверное, трижды дыхание перехватило. Просто ты идешь, такой думаешь, ну, он не догонит, он медленный. Ты оборачиваешься, а на тебя такое огромное туша летит сверху. Даже третьего лица не помогает игра. Ну да, типа он довольно большой, и его не видно при этом. Короче, давай изучать дома. Дома. Дамы? Дамы. Дамы можно. Дамы, давайте изучать дома. И падать. Больно. С лестницы. Я уже думал в яму. Я уже думал, ну ё-моё, я только затащил, а ты в яму просто слился. Какой ты лох, да? Да почему? Дезертир просто. Ты чё, охренел на меня нападает? Порешу. Иду. Ой, я еще и промазал. О, он два раза в меня выстрелил еще подряд. Да. Я на балкончике полежу. Я его за два выстрела убил. Криты все-таки полезная штука. 4000 крит. Ну, у меня по 1800, но я говорю, криты полезная штука. Наверное, мне все-таки надо чаще пользоваться своей хилкой. Тогда мне не придется рассчитывать на твои. Да. Ну не бойся, я тебя еще три раза могу резнуть. Не прыгнуть в яму. Да, и потом буду резать тебя я, да? Я там изучу уже все. И на втором этаже? Угу. Там сундук нашел. Ну ты, конечно, ДС. Что ты ничего не разбиваешь? А ты сзади, когда оставался один, ты там все изучил? Да! Еще кто-то идет, по-моему, опять пулемет. Нет, кто-то другой.
Там маг. Кажется, у меня проблема. Смотри, не попади. Вот тебя в ножичку мне попало. К тебе летят сферы. И много. Я две защитил своим телом. Как ты хорошо лицом ловишь эти. Профессионально, да? Главное, заряженный не лови. Сколько у него хп? Спасибо. Только я спросил. Примерно столько. Меня просто одним ножом ваншотнуло фулл хп. Заряженным именно, молнией. Ой, блин, я забыл, что если они блэкхоли, они могут стрелять. Качаем катализатор. Блин, ты там говорил про маленькие локации, да? Да. И, по-моему, мы как раз сейчас опять... Только хотел сказать, какая просторная локация. Да-да-да-да, я уже это понял. Я в этот момент как раз начал задумываться о том, чтобы сказать тебе про то, что оно просторное. Цинкованное железо. Да, говорю, у нас с тобой это... объединились в одно. Целое. Бабские циклы. Можно меня как-то это... выпустить отсюда? Ай, то у меня ухо чешется. Нет. О, у кого-то нос, у кого-то ухо. Но даже чешется одинаково. Ну почти. Разные части тела, но одинаково. У тебя кто-то есть? Да, я вроде слышу. Не понимаю пока где, но слышу. А! Он внизу. Да, я вижу. Я опять 4000 урона в него дал. Да, но добил его я. Я знаю. Просто сам факт. Ты там живой? Да. Блин, у меня зато блэкхол просто за один выстрел заряжается. Блин, их топорики минус половину хп делают просто. Не очень жесткие у них. Нахрен пошел? Ну, в принципе, я их тоже ваншотаю. Мы справились! Что-то как-то я не уверен, что мы справились. Шмоточка. Камень баланса. Прочитаешь? А то. Камень баланса. Повышает урон в дальнем и ближнем бою на 10%. Ну такое. На криты лучше, когда у тебя по 4000 криты вылетают. Да-да-да. Тем временем мы дошли уже до конца Локи. Ну, кстати, я не сказал бы, чтобы она прям большая была, я думал, будет больше. Хи-ха! Так, ну, в принципе, здесь тоже можно подолбать что-нибудь. Вроде не знаю, на кой нам столько лома, металлолома. Ну, окей. Ну, красивые грибы, кстати. Какого цвета? Темное, синего, либо серого, либо черного. Либо светло-серого. Ну. Понял. По-моему, мы здесь уже были. Неплохо. Повторяешься лука, но я не против. Мне кажется, повторяющийся босс, который даст нам шлюлей, это лучше. Причем я заметил, что иногда боссы, которые побочные, более жесткие, нежели вот эти. Ну, сейчас проверим. У нас еще две локи, получается, есть. Да.
Ну, это и вот еще одна. Причем непонятно, куда нас сейчас выведет, кстати. Это может быть как конец. А там я вижу какую-то статую бабы. Осторожно, лучник. О-о-о! Ну, давай сначала мелкого убьем. Мелкого это какого? Они оба мелкие. Ну, вот. Так, мне кажется, их надо вдвоем убивать. Я горю! Да я не горю. Только ты, я тебе скажу. Я еще и встрял. Опять горю. У меня еще и проблемы. Да чё же я все время подгораю-то? У меня моба в текстуру застряла. Я подожгу тот, кто поджигает. Твою налево. Больно, больно. Я хочу жить, спасибо. Спасибо, да, я умер. Сверху огонь, внизу ад. Убить Самуна и ожога. Я тебя не вижу, кстати, где ты? Ай-яй-яй. Там, где лучник, Самум меня стреляет. Но криво. Вот, чуть выше тебя я. О, там еще и эти мелкие, боже! Как много всего-то. Я же сказал, это будет жестче, чем обычные боссы. Чисто из-за того, что они такие. Даже прыгнули одинаково. Надо это прекращать. Получится. Так, кровотечение на тебя, говнарик кусок. Я все закончилось. Ай. Я походу умер. Не умирай. Рингорение. Да, я все-таки умер. Но я умер очень уютно. Выглядит. Добей эту хрень, у нее там осталось пол пинка за тебя. Мне вот этот пень напрягает. Ага. Меня напрягает, что там моб в текстурах. Да, ну все норм. Держусь, слышу. Ты видишь его? Нет. А я вижу. А, вижу. А как он там оказался? В текстуре. Да? Я его затолкал, походу. Прикольно. Ой, он вылез, не зря, не вылезай, лучше бы ты не вылезал. Ты живой? Я жив, цел, орёль, лассо. Почему мне кажется, что его здесь тоже надо убить примерно в одно время? Нет альтернатив. Я смотрю, ты их знаешь, да? Этих знаю. Где он? Я его не вижу. Опять улетел. Пойду ящерку убью. Мешается. Блин, я его нашел походу, либо меня лучник попал. Нет, я его... Нет! Ну ты что делаешь, мужик? Я сейчас зато лучника очень хорошо... Долбанул! Он меня. Не, ящерка убила. Какое одище здесь творится? Бред! Просто бред! Вот, мы наконец-то вернулись к тому, с чего так любим. Это стало скучно, да? Вообще, игра нас скучила. Что-то игра какая-то изи. А, догон на кошмаре. Да, гоу. Если бы кое-кто кое-куда не уходил, может бы, в принципе, на кошмаре потом пройти. Это еще не точно, но так-то да. Не, если не уйду, то типа, чё, го на кошмаре, я чё, шучу тебе? Нет, я тоже не против, в принципе. Всех боссов, к тому же еще новых можешь спеть. Угу. Я только боюсь бабочек проходить на кошмаре. Если они нам попадутся. Ну да, тоже верно.
Я укошмарюсь проходить их на кошмаре. У меня баба застряла. У тебя баба застряла, что? У меня баба застряла. Твоя застряла или чужая? Моя застряла! Ящерка, не убивай, пожалуйста! Ого, у меня криты влетают. Ого, я уклоняться не умею. Ого, меня убили. Окей, минус один босс. Осталось убить ящерку и меня поднять. Ага. Ты только не говори, что ты опять от ящерки умрёшь. Их две! Я не атакую, тут одновременно. Мне же понравилось просто. Ну их две! Ну это аргумент. Правда, две! Две ящерки — это не одна. Я считать, может, только научился, а ты сразу издеваться надо мной. Блин, почему я уже горю? Потому что мы уже подгораем. На автомате. Да хватит, пожалуйста. Две ящерки, нет! Ты справишься, я в тебя верю. Я в себя не верю. Я в себя пока не верю, если бы я не промахивался. В смысле пока? Я на себе двух боссов держу, а ты там ящерок убиваешь? Да, и то не могу. Иду к тебе, бро. Давай. Почему я подгораю? Какой он меткий, сука. Блин, я его не увидел. Ящерка, отстань! С ящерками точно что-то надо делать. Ого! Причем ящерки почему-то за элиток, походу, считаются, потому что... И каждый раз, когда появляется ящерка, я слышу звук тинь-тинь-тинь. Воу-воу-воу-воу, что это было? Не знаю, живи. Я пробую. Там сзади еще челик. О, пока. Он стрелять меня. Пока. Определенно пока. Жить. Не, все, пока. Как я выжил? Не знаю. Нелегко было. Нелегко было. Ты их убил там, что ли? Я его ваншотнул. Кончено? Да ты конченый. Подожди, я его блэкхолом только что ваншотнул. Ну, у тебя крит выпал. В блэкхол? Да. Он тоже работает. Блэкхол ему... Подожди, а теперь умножай. Сколько будет крит? Короче... Короче, я понял, если у тебя крит. 200 урона, это получается, если у меня с 200 урона крит 4000, то сколько будет крит с 2000? Причем x300. Причем двадцатка? x300 и еще плюс сколько-то. Офигеть. У тебя же кольцо на x300 это... стоит, да? Да, у меня 20% шанс. Ну, это слишком сильно. Просто босс не ожидал, что его блэкхолом убьет. Читер, короче. Я в соло твоего босса завалил. Ну да. А ты держал ящерок. Да, это было важно. Командная работа. Это было важно. А что ты там умирал, я так и не понял. Да они просто меня вдвоем. Че ты там орал? Я умираю, потом, в смысле, я выжил. Ну потому что так и было. Я такой, типа, знаешь, у меня уже... Я хп только этого видел. Там на нуле хп фактически было, и типа, я такой... Все, я помер, а потом смотрю, я выжил как-то. Труба вихря. Читай, короче, что нам дали. Ценный ресурс, принадлежащий Самуну и Ожогу, используется для создания мощного модификатора. Древо Иаэши наполнено великой силой. Молнии в небе, вода
пламя — это все ее дети, как и мы с тобой. Да, сохрани настройки. Ну, короче, я надеюсь, мне арбалет новый дадут. Ты думаешь, тут много арбалетов? Ну... Хотя, может быть, кстати. Почему нет? Не, кстати, да, почему нет? Ну, посмотрим. У нас... Ну, это модификатор, кстати. Там написано же. У нас уже, кстати, три шмотки. Два модификатора, одна пушка новая. Пойдем четвертую логу добивать и все это крафтить. Ну, мы можем, в принципе, сейчас сгонять. Посмотрим, куда выйдем, да. Кстати. Мы должны как раз за дверь, по-моему, выйти за закрытую сейчас. Ну, глянем. Я еще надеюсь, что помимо этого мы еще проходик найдем. Должен быть, по идее, еще один был? Да, там был. По логике. Ну и, походу, ты прав. Да, мы вышли как раз за дверь. Туда, куда мы не могли пропасть. И вот здесь есть проход, еще отдельный. Куда-то вот туда. Давай сначала дверь откроем. Здесь очень эпично открывается. Я не видел, кстати. Клево. Засейвимся. Придем, посмотрим, что у нас там есть. Вернемся сюда же. Давай, тэпай нас. И потом будем гулять дальше. Последние две. Походу, тут два разветвления. А, два? Тем более. Чем больше, тем лучше. Потому что вот перед тем, как мы пошли, я такой, давай начнем с этого. Помнишь фразу? Такой, нет. Ну и, кстати, наверное, это будет в следующей как раз серии. Сейчас посмотрим, что у нее есть. Что она дает. Дает ли она какое-нибудь оружие? Что еще? Что? Надеюсь, там до хрена всего. И да, она дает оружие. Глаз бури. Опускает снаряд, который наносит 40 единиц урона от электричества, накладывает эффект перегрузки. Перегруженные враги взрываются при приближении, наносят 200 единиц урона от электричества в радиусе 44,5 метров. Пламенный выстрел выпускает огненный шар, который при взрыве наносит 40 единиц урона от огня и накладывает эффект горения на всех врагов в радиусе 2 метров. Накладываемый эффект наносит 240 единиц урона в течение 15 секунд. Нам трубку вихря, да, сейчас дали вот как раз. Ну вот это вот эта фигня. Ну, мне не то, не то, не очень как-то нравится. Это тебе, скорее всего, потому что это винтовка. Ты же у нас рейнджер. Выпускают. Блин, мне нужно закаленное железо, я не могу качать мор дальше. Закаленное железо? Да, это следующий ресурс. Зато я, в принципе, могу прокачать броню. 40 единиц урона электрического склада, это как... Пускает огненный шар, который при взрыве наносит. Я почти полностью так, я прокачал понял. Всю свою броню, кстати. Береги себя. Все, закончили. Крафтим все. Смотрим. Ладно, потестим это. И потестим два новых модификатора. Вот это хоть... Нет, не здесь. Нет, убери. Береги себя. Два новых модификатора. Здравствуй. Только лучше. Блин, а у него все есть. Береги себя. Вот просто все. Чё, как с модификаторами? Надо тестить. Эй, бродяга. Конечно. Но винтовка выглядит прикольно. Выглядит прикольно, она на среднюю дистанцию.
Да, все, дальше для последнего развития требуется закаленное железо. До встречи. То есть, вот можешь посмотреть по статистикам моего перса. У меня все прокачано на 15+. Нормально. То есть у меня 286 брони. Угу. Где Магнум? Магнум. Магнум, Магнум. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Вот, но я особо смысла не вижу пока прокачивать. Я предлагаю пойти в локу и как раз посмотреть твои новые скиллы, плюс заодно потестить, как моя броня будет не давать мне умирать. Потому что я на каждый из них поднял по 5 уровней примерно. Ты где там? Потерялся. Берегись. Иду. Рез закупал, да? Не, оставил. Там же обычное железо и кованого аж 44. Мы две этих пропустили, кстати. Кого? Ну, этих. Как они называются-то? Которые кристаллы. А. Кого не надо? Я револьвер почти до 15 докачал. Хотя мне, знаешь, почему кажется, что они всегда, ну, допустим, 42, там, 58 и так далее. Потому что они нам даются в двойном размере. Типа, каждый половину покупать может. Может быть. Ну, потому что вот мы вроде только одно пропустили, а далось два. Может, это в этом плане? Но я помню, когда нам один кристалл только дали. Да? Угу. Потому что вот, видишь, вот здесь вот одна лока. Если ты сейчас М нажмешь... А, это не здесь, да? У нас, короче, там в другом месте была еще другая лока. Это мы туда тэпнемся попозже. Да, посмотрим, что у нас здесь есть. А мы не отсюда пришли разве? По-моему, нет. Или да. Там просто что-то затемненное было. Не, мы не отсюда пришли. Так, стопэ. Давай здесь сохранимся и на этом, кстати, серию как раз-таки того этого. Давай. Вот, всем спасибо, всем пока, до следующей.